Стиратель! Участники по... Ой. Стиратель! Участникам по очереди надо ударить карандашом об стол так, чтобы он попал в стакан и остался там. Это моя дубайская студия звукозаписи. Так я пишу озвучку для новых выпусков «Игры для твоей вечеринки». «Игры для твоей вечеринки». Блин, мне кажется, я никогда не научусь это выговаривать очень быстро и складно. У меня как будто какая-то проблема с логопедической. «Игры для твоей вечеринки». Всем привет, а с вами «Игры для твоей вечеринки». Всем привет, «Игры для твоей вечеринки». Спасибо большое, GQ. Мне очень приятно получить... Человек года, лучший ведущий. Все это благодаря шоу Игры для твоей вечеринки. Ну так и оставим. Все, ребят, пожалуйста, Chicken Curry. Давайте новый сезон назовем Игры. Это будет более органично для меня, потому что, ну, чувствуете, не клеится с играми. А я, кстати, ну, это доброе утро такое. Вот, да, сразу проснулся и сразу начал работать. Потому что кто я? Инфлюенсер. И ножками тут сейчас такой дрыгаю. Абенкин. Абантию, кучу данзе, абэги. Вот такая новая песня, новый суперхит. Абэгин, абэгин, ю. Абэнкию, У кого банки больше? Напишите в комментариях. Смотрите, как я умею. Как? Эй, пацан, офигел? Мои качизы! Это, кстати, это я. Если кто-то ко мне придет, это я просто тебя взяла, как будто... Я понял, ты сыграла роль. Да. Знаешь, сколько у меня сил? Ну-ка. Ну, столько. Ой, хорошо, у тебя силёнки-то мощные уже. Ой, хорошо. Как мама заплела, какие, смотрите, косы нам. Вау. Блин, у меня, короче, я хочу за эту неделю добиться определенных результатов. У меня есть тайный мой проект, про который я никому не рассказываю. Мне кажется, даже не рассказываю про него близким друзьям. Но я хочу рассказать об этом как-то вам, чтобы просто поставить себе цель и показать результат за неделю. Потому что уже почти 3 недели, а может даже месяц, месяц. Я делал этот проект, и там, знаете, сколько у меня успехов? 0. Вот, и я хочу как-то найти такую грань, чтобы и вам рассказывать про этот проект, и не палить его пока что. Но и результатами как-то возможно было делиться и обсуждать их. Среди вас есть наверняка какие-то светлые умы и светлые головы, которые могут мне сказать: «Дэн, ты вот сюда и вот сюда, и тогда все будет лучше». И я такой: но пока не знаю, как это сделать. Давай уберу очки твои. Пуська. В чем пушка? Площадка пустая. Вообще. Ничего не хочу. Блин, активно думаю над тем, какой сценарий сделать для первой рекламной интеграции на YouTube-канале. И у меня такой энтузиазм вообще, ну, может быть, потому что, да, месяц вообще не было никаких рекламных запросов. Но, может быть, потому что действительно, я говорю, я сам упросил, сам договорился, ну, как бы, через менеджера. Я хочу, чтобы это было максимально полезно. Вот я думаю, как построить такое вообще. Ой. Опять же, желаю вам, чтобы ваши тоже цели достигали попаданий. Пусть у вас все получается. Сообщение пришло, что сегодня в Simple Wine клиентский день и будет дегустация. Уважаемый Simple Wine, это обращение непосредственно к вам. Вы, пожалуйста, не присылайте такие смс-ки. Я же вот, ну, она же реально может улететь просто ради такой смс-ки. Хоть бы авиасейлс не подвел, никаких билетов сегодня не было. Вась, что у тебя за план? С кем мама скоро станет? Мама скоро станет мусорницей, а мусорница... Мусорница? Мусорница — это когда слезы текут, ты уже некрасивая. А почему она станет такой? Я скоро стану королевой, подписывайся. Папа кто? А папа король. А с чего вдруг папа король? Папа а все, будет, а все. Мусорник. Ребенок решил. Король! Мусорница, что ты тут споришь? Король я! Когда последний раз играл в Xbox? Не знаю. Вот сядь сейчас и поиграй, пожалуйста, в Xbox. А не смотри никакие обучалки, никакие видосы. Заколебал. Я решил. Понимаете, просто ищет, каждый раз ищет повод, чтобы вызвать себе вот это состояние. Зачем он это делает? Фу.
Короче, ты, же да, уже, ты же уже на это напоролся. Зачем ты второй раз устроил эти ответы на вопросы? Хочу. Хочу, чтобы вернулись добрые люди, а не хейтеры. Хочу, чтобы любовь была, да. Тяжело. Решил устроить ответ на вопросы и поймал паническую атаку. Простила. Вот ничего не переживай. Не-не-ничего. Правильно, полностью согласна. Тима, еще есть. Мне слово нравится, Вась, твое. Не-не-ничего. Так, короче, я сейчас решил резко пойти постричься. То, что эта миссия не давалась мне уже давно. До этого все стрижки у меня за границей были дерьмовые, плохие. Сейчас попробуем посмотреть, вдруг что-то поменяется. Идёшь в себе? Like this. Okay. Yeah. Друзья, это я раньше был Денис Кукаяк. Теперь я полузащитник немецкой сборной по футболу, судя по прическе. Как вам? Напишите в комментариях. Вы знаете, что самое уникальное? Что вы... Вау! Меня побрили. Просто в какой-то момент он меня стриг, а потом я чувствую, ну, что-то не то. Он мне положил голову и начал меня брить. И меня побрили. Он говорит, ну, мне кажется, по меркам Дубая, мне кажется, он брил сегодня 7-летнего ребенка. Ну, как вам моя борода сейчас побритая? Вот, смотрите, он не побрил, он сделал контур мне красивый. Как вам контур? А еще он, когда меня брил, он положил мне руку, типа, на, ну, на лицо, как бы, на рот. Я чувствую, в какой-то момент краешек фаланги его мизинца у меня во рту ощутился. Я такой, в общем, это, иду домой полоскать рот мироместином и, в принципе, ну, теперь вы подписаны не на канал Дениса Кукаяки, а теперь я Мильфоштанген. Полузащитник немецкой сборной по футболу. Кстати, забыл сказать, обошлась мне эта стрижка в 130 дирхам, что на наши деньги там в районе 3000 рублей. Вполне московские себе цены. И за эти 130 дирхам меня всю дорогу называли боссом. Ну, здесь вообще есть такая штука, что в Дубае почему-то в такси тебе говорят «Хай, босс», здесь «Хай, босс», везде «босс», короче. И я подумал, Лёва, это человек, который меня стрижет в Москве постоянно, давай я вернусь в Москву, и мы с тобой откроем... парикмахерскую, не барбершоп, а парикмахерскую, и назовем ее «Босс». И все, кто будет приходить к вам, будем говорить «Босс», потому что это так впечатляет. И вот я иду, у меня ноги грязные, прихожу, а мне говорят «Босс». И как-то сразу настроение такое «Босс». Ну и плюс еще за 130 дирхам, видите, помимо этого еще и пальцем в рот залезли, поэтому вообще одни плюсы. Мама мия! Как вообще? Вась, ты видела? А что-то я ничего не вижу. Брэд Питт просто. А потому что ее ослепила моя красота. Как и хотел? Я пришел, говорю, мне вот так. Они говорят, ну не вопрос, садись. Ну я вам показал фотку, вот эту. Можно, пожалуйста, мне вот так? Он говорит, just like this, like this, типа прям как вот здесь, он говорит мне. Я говорю, ну если получится как вот здесь, говорю, будет вообще замечательно. И вот. Один в один. Вот. Даже если вот боком. Как будто что-то отличается. Да. А, к нам тут заходил один раз мужик починить штуку. И он говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, ну, в медиа. Вот. Он говорит, просто, говорит, я когда зашел впервые, я подумал, блин, ты так сильно похож на Криштиану Роналду. Я такой... Может, вы из-за этого подписаны? Может, вы думаете, что я Криштиану Роналду? Да. Ты чё так мало подписан тогда? Чё так... у него подписчиков 600 миллиардов. Кстати, я вчера зашел в статистику, вообще у меня просто мысль скачет. Зашел в статистику и увидел, что 50% смотрят без подписки. Если сложно, подпишитесь. Если что, мне капец приятно. Я вижу, что подписчики прибавляются, монетизации нет, но подписчики прибавляются. Я такой, это самое главное. Самое главное, что кому-то это все нужно. А мы сегодня решили поехать с девчонками в место, в котором мы за все 120 тысяч поездок в Дубае наши ни разу не были. Племянник Лена просто перед отъездом говорит, хочу туда съездить. Потом передумал, конечно, и мы задумались, о чем мы никогда не... Сейчас покажу. Знаете, что за место? Как думаешь, они догадываются? Не догадывайтесь. Попить? Короче, это рамка Дубая, которая соединяет старый и новый Дубай. Офигеть, она здоровенная, друзья. Чтобы ее показать вам полностью, мне придется запустить дрон. Но у меня нет дрона, поэтому только так.
Высота каждой башни 150 метров. И их соединяет стеклянный мост, что является смотровой площадкой, откуда видно с одной стороны старый Дубай, с другой стороны новый Дубай. Золото прям? Ну, друзья, это, конечно, просто обалдеть. Я понимаю, что у меня вызывает восхищение все большое, ну, кроме моего носа, потому что все большое захватывает мой дух. Ведь каждый раз, когда я вижу что-то огромное, это напоминает мне о том, какой я маленький. Маленький. Спасибо. Спасибо, великолепная африканская женщина. Хотите, вам фотографию сделаю? What I gotta do to make you love me? Я вампир. Поедете туда? Вау. Мы едем по улице. О, вау! У тебе ступина. Мы как будто зашли в семейный стрип-клуб. Что, диарея не началась, я как увидел. Я и сделал. Давайте. О, что? Тихо. Не, пожалуйста, Вась, пожалуйста, я очень прошу, Вась. Не издевайся над отцом. Офигеть, блин. Просто, блин, офигеть. Просто у нас план с секунды называется. Я держу Лену за руку, она Васю, я и... Блин, уж больно. Ну, если ты будешь падать, как это? Просто, офигеть. Нет, ты иди по центру. Ты что, по краю ты идешь? Моя! Отвали. Отвали, Вася. А, и теперь мы пришли в новый Дубай. Рэперы приезжают свои клипы снимать. Здесь прям клипы. Почему еще Моргенштерн здесь не снял ничего? Да, очень крутое место, друзья. Всем советую посетить. Мы кучу раз здесь были в Дубае и кучу раз здесь не были на этой рамке. Он прям того стоит. Особенно если вы, как я, боитесь высоты, то вот это вот... Это вот там было, понимаете? Вот тут это было. Вообще очень впечатляет. Советую. Надо достать карточку, которая будет больше всех похожа на папу. Давайте, поехали. Все, Вась победила. Победа! Гипопотамус. Гипопотамус. Животное, которое даже проводит столько времени в воде, а плавать не умеет. Это скорее про маму. Да и фигура больше мамина. Ой, фу. Все, всем пока.